Здравствуйте. Эфир седьмого продолжает лайв-студии. В ближайшее время с вами буду я, Елена Ротари. И говорить мы будем о бесплатной правовой помощи в связи с карантином. Нам можно звонить в студию по телефону 726-33-26. И наши гости — это Светлана Кришина, директор регионального центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи в Одесской области. И первый вопрос, который мы будем задавать нашим телезрителям, я надеюсь, что они нам будут звонить, ознакомлены ли они с новым законодательством в связи как раз с пандемией коронавируса. Сегодня ваш центр, ну, как и раньше, в принципе, предоставляет бесплатную вторичную помощь правовую. Наверное, какие главные вопросы сегодня, ответы, вернее, сегодня должны знать наши одесситы и жители области? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что мы точно так же закрыты и работаем дистанционно. Мы очень ответственно ставимся к государственной политике по ограничению. Основная часть наших клиентов – это как раз категория, которая находится в зоне риска, поэтому наши офисы с 17 числа не принимают клиентов, не ведут приемы, мы не предоставляем адресную правовую помощь, и у нас не работают мобильные пункты. Но это вовсе не означает, что мы перестали предоставлять бесплатную правовую помощь. Все наши 30 офисов работают, и дистанционно, и внутри помещений. Основными вопросами на сегодняшний момент, конечно же, является и это, и как мне уйти в отпуск, и меня насильно отправляют в отпуск, а что будет, если я все равно приеду, и так далее. Это такие вопросы, которые появились сейчас. Ну, на самом деле, базовые вопросы у наших граждан, они не прекращаются, и для их комфорта мне бы хотелось бы сказать, в какой способ они могут к нам обратиться, какие это номера телефонов, если это не номера телефонов, то еще как это возможно сделать. Если можно вот на экран, да, вы видите? Мы сейчас вернемся к экрану, у нас будет виден видеоролик, и как раз вот один из роликов, который мы хотели бы показать, это отпуск, потому что я хотела бы после этого вернуться к этому вопросу, потому что сегодня у нас уже есть категория бюджетников, которых насильно отправляют отпуск за свой счет. И я бы попросила бы режиссеров показать как раз сюжет, который касается отпусков. Система надання безоплатної правової допомоги інформує. В Україні з 12 березня запроваджені превентивні заходи щодо запобігання розповсюдження епідемії коронавірусу. Зокрема, введено тритижневий карантин у навчальних закладах. Не знаєте, з ким тепер залишити малолітню дитину? Трудове законодавство передбачає право працівникам, що мають дітей віком до 14 років, піти у відпустку для догляду за дитиною без збереження заробітної плати на період карантину. Ця відпустка надається за бажанням працівника в обов'язковому порядку на період оголошення карантину на відповідній території. Хай це не дуже вигідно, але це дозволить перебувати зі своєю дитиною вдома під час карантину в законний спосіб та убезпечити себе та близьких від захворювань. На відпустку на період оголошення карантину мають право матір, батько, баба, дід, інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, особа, яка усиновила дитину або взяла опіку над нею, один із прийомних батьків або батьків-вихователів. Тож, що потрібно зробити для оформлення відпустки? Подати заяву про надання відпустки без збереження заробітної плати на період оголошення карантину. До заяви слід долучити копію свідоцтва про народження дитини та документ, який посвідчує відповідний статус працівника. Також необхідно мати документи, що підтверджують оголошення карантину, довідка з навчального закладу або копію наказу про призупинення навчального процесу. Після ознайомлення з документами роботодавець зобов'язаний видати наказ про надання працівнику відпустки. Звертаємо увагу, що відпустка може бути продовжена та надаватися стільки разів, скільки триватиме карантин та скільки впродовж року буде відповідних подій. Також слід зазначити, що крім гарантованої відпустки, батькам дітей до 14 років на період оголошення карантину за відповідною заявою може бути встановлено режим роботи на умовах неповного робочого часу. Лишилися питання? Телефонуй безкоштовно 0800 213 103. Єдиний контакт-центр – система надання безоплатної правової допомоги.
номер бесплатного телефона 0800 213 103. Вы можете обращаться также. И вот первый вопрос, который вчера уже поступил к нам вечером, это работники городских поликлиник, врачи, санитары, медработники, которых сейчас отправляют в вынужденный отпуск за свой счет. Мы пытались вчера на странице в Фейсбуке разъяснить о том, что это незаконно, и их насильно никто не может отправить. Вот как вы прокомментируете? Ну, главной линией здесь проходит желание, за бажанием противника. Без изъявления своей воли и написания заявления ничего произойти не может в априори. Что можно бы порекомендовать в данном случае? Можно воспользоваться также штатным отпуском, который есть по графику, да, на сегодняшний день. Если человек не хочет уходить в отпуск без выраженной заработной платы. Даже если он должен наступить через полгода, к примеру? Есть графики отпусков. На предприятиях они достаточно лояльны. В принципе, это может произойти по желанию работодателя сместить отпуск, например, там, с августа, да, на период карантина, но это будет оплачиваемый нормальный отпуск, который человек возьмет и получит свой отпуск, ну и будет находиться дома с детьми. Конечно же, вот, ну, по, что касается отпуска без сохранения заработной платы, мы достаточно наглядно разъяснили в ролике, это тоже по желанию, вам не имеет права отказать. И я добавлю, что такой отпуск раньше предоставлялся только на 15 дней без заработной платы, сейчас это на период действия карантина. То есть можете находиться... Форс-мажора, который у нас произошел. Да. Форс-мажор, это уже у нас карантин, это уже по закону тоже является форс-мажором. Если вот о других изменениях, которые связаны как раз с новым законодательством, о предотвращении распространения пандемии, какие еще нововведения есть, вот, которые хотелось бы разъяснить? Ну, на самом деле, есть определенные изменения в Кодекс про административные правонарушения. Это касается нарушения условий карантина. Ну, здесь есть определенные правила. Есть у нас такой закон для запобегания распространения инфекционных захворений. Там есть определенные правила, как должен себя вести человек, который инфицирован. А эти правила прописываются, как правило, лечебным учреждением. Это и не покидать место и так далее. Если нарушается это правило, то он подлежит административной ответственности с достаточно немаленькими штрафами. Там до 7 тысяч гривен штраф может быть привлечено такое лицо, которое нарушило эти правила карантина. Что касается уголовной ответственности, ну, такая статья всегда была в Уголовном кодексе, я не буду сейчас оперировать статьями, чтобы будет скучно. Это касается лиц, которые находятся, служебных лиц, да, которые отвечают за определенный участок работы, на которых положена обязанность соблюдать определенные нормы. И вот если он их нарушит в условиях карантина, это уже уголовная ответственность, там уже, по-моему, там до 3 лет лишения свободы, она просто повышена сейчас, порог ответственности, наказание. Вчера как раз Антон Геращенко говорил о случае, когда девушка прилетела из Испании и сообщила своей маме о том, что с нее никто не брал подписку о мерах, которую она должна выполнять во время карантина, и она хотела таким образом отправиться во Львов для того, чтобы увидеть своего сына. И Антон Геращенко как раз сказал о том, что за такими пассажирами будут следить и обращать на это внимание. Что делать, наверное, нашим пожилым людям? Сегодня нам уже сообщили, что через несколько дней будут действовать спецпропуска, но если вдруг нашим пенсионерам куда-то действительно необходимо поехать, и у них нет возможности получить спецпропуск, а я так понимаю, что... Категории будут самые важные получать их. Что делать вот в таком случае? Возможно, есть как-то разъяснено это законодательно? Ну, мне кажется, что нужно сейчас воспользоваться всеми вот этими сервисами, которые у нас работают, да, всеми этими горячими линиями, на которые можно обратиться, ну, мне кажется, по любому вопросу. И по вопросу вируса, и по вопросу, если нет семейного врача. И что касается каких-то правовых вопросов. Есть просто линии, по которым слушают людей на самом деле, да, и максимально оставаться дома. А если возникает уже крайняя необходимость, ну, я не знаю, вот есть разъяснение Рады судей Украины о том, чтобы они обращаются к гражданам с просьбой переносить судебные процессы, если мы говорим о правовом поле. Ну, не нужно там большое количество людей в судах, это небезопасно. Поэтому я рекомендую им оставаться дома и воспользоваться всеми теми сервисами, которые есть в государстве, которые можно получить просто по телефону. Здесь не нужно уметь пользоваться электронной почтой. Да, здесь нужно, можно просто позвонить и получить информацию на все вопросы, которые возникли.
Если мы уже вспомнили суды, вчера мы из средств массовой информации узнали, что сотрудник прокуратуры, третьей прокуратуры Одесской области, якобы его результат показал положительный результат, да, и что он присутствовал как раз на заседаниях. Сегодня говорили о том, что это не подтвердилось, но работники суда уверяют, и в частности коллеги судей из трех человек, уверяют, что он находился как раз в зале заседания с признаками ОРВИ. Если человек, зная о том, что у него, возможно, может быть, и он вернулся откуда-то из заграничной поездки, что у него, возможно, есть подозрение на инфекцию. И если он скрывает заведомо, есть ли какое-то наказание для таких людей, которые сегодня знают, но продолжают... Ну, в юридическом поле нет. Если у него не установлен, его не протестировали на коронавирус, и конкретно к нему не были применены правила, да, которые мы с вами говорили, то это уже его личная ответственность. В условиях карантина мы должны быть, в первую очередь, сами очень ответственны. И понимать, что если вдруг он пришел в судебное заседание, то тройка судей, то адвокат, а там, я знаю, что это за дело, там и последствия, которые находятся в местах лишения свободы, которые поедет туда, да, это уже вопрос личной ответственности. Если бы он был предупрежден, и у него были правила, да, он бы понес административную ответственность. В данном случае в юридическом поле его сложно определить, потому что он не знал. Многие наши банки, которые принимали наличный расчет, сейчас переходят на безналичную оплату. Это Приватбанк, который об этом сообщил уже государственный. А есть изменения, связанные как раз с ипотекой, погашением. Есть изменения, которые связаны с жилищно-коммунальным хозяйством, оплатой коммунальных услуг. Как быть вот в данном случае, если у вас уже какие-то четкие разъяснения, как сегодня должен действовать человек, налоговые каникулы, о которых говорили? Есть во всех договорных отношениях есть такой пункт, наверное, многие знают, форс-мажор. И вот форс-мажор, вот сейчас карантин по закону, внесли, есть такой специальный закон про торгово-промышленные палаты, в него внесли, что карантин является форс-мажорной ситуацией. Что это означает? Это означает, что к договорным обязательствам можно применить наконец-то этот форс-мажор. То есть на период введения карантина не начисляются штрафные санкции по договорам, да, вот то, что, о чем мы говорили. Договор, исполнение обязательств откладывается на определенный период этого карантина. Это все происходит, конечно же, мы говорим сейчас о субъектах хозяйствования, то они знают, что нужно написать письмо о том, что они не могут, почему они не могут это исполнить. И, скажем так, это, конечно, не прекращает никаких обязательств по договору. Это просто дает возможность... Отсрочки, да? Отсрочки и не наступление штрафных санкций. Вот тут самое важное, что... Если вот он не исполнил обязательства, а как правило, применяются штрафные санкции, пени и так далее и тому подобное. Вот они не начисляются. Если все-таки, потому что я знаю, что в чате журналистов есть много жалоб людей, которые говорят о том, что им продлили пени, если все-таки банк выставляет пеню за то, что не оплатили вовремя, к примеру, там, ипотеку либо другие кредитные отношения, как можно сегодня юридически уладить эти моменты с банком? Юридически можно обжаловать выставление этой пени, да, этой санкции, потому что она была выставлена в условиях действия форс-мажорных обстоятельств. Обжаловаться в судебном порядке, потому что это незаконно на сегодняшний день. Какие еще, может быть, новшества, о которых мы не знаем и которые нам не были наглядно показаны, сегодня есть? И, может быть, уже какие-то ответы вы можете дать нашим телезрителям? Новшество, что мы все сейчас переходим на совершенно другой ритм жизни, да, и мы каждый день получаем новые нормативные документы, да, которые регулируют разные сферы. Сфера работы, как работает медицина, как работает транспорт, да, как работают другие учреждения, организационные. Это первый раз, наверное, во всем мире это первый раз, и поэтому новшеств очень большое количество, и все они направлены на сохранение, да, и не распространение инфекции. И в данном случае я еще раз говорю, что нам нужно быть к этому серьезно относиться и быть очень ответственными, и исполнять. Мы по телевизору каждый день слушаем, что нам нужно делать, когда у нас признаки ОРВИ, что нам нужно делать, когда получить правопомощь, что нам нужно делать, когда вы себя плохо почувствовали и так далее. Поэтому я думаю, что здесь очень много информации сейчас у нас в медийном пространстве, которой нужно просто прислушиваться. Сегодня все мировое сообщество поддерживает наших врачей, и мы поддерживаем, безусловно, одесских врачей, но
уже начали, скажем так, на уровне сплетен гулять информация о том, что врачи берут массово отпуска и уходят для того, чтобы не оказывать помощь. А есть ли какие-то, может быть, нормы для работников медицинской сферы о том, что они в этот период должны полностью оказывать помощь больным и не уходить в отпуска? Ну, эту норму к ним можно применить, если у нас будет введено военное положение. Они все являются военно обязанными, тогда они никуда не смогут уйти. Оставить человека на работе, если он имеет право написать заявление на отпуск по договору за ДТИНЕТ или на свой отпуск, который ему положен, или в конце концов там, да, просто уволиться, я не знаю, это невозможно вот, в нынешней ситуации. Поэтому здесь тоже вопрос личной ответственности. Помимо карантина и изменений в законодательстве, по каким вопросам сегодня ваши сотрудники готовы предоставить бесплатную помощь жителям нашей области? Я еще раз обращу внимание, что по любым правовым вопросам, которые у них возникают, это семейные правоотношения, это жилищные правоотношения, это споры с соседями, это земельные, они могут позвонить, проконсультироваться на номер, который мы говорили, это 0800-230-103. Это большой колл-центр, который сейчас вся Украина ориентирована на консультации по телефону. Если консультация достаточно устной, они получат устную консультацию. Если должен быть более глубокий анализ проблемы, мы подготовим, изучим вопрос, подготовим письменную консультацию и отправим ее клиенту в любой удобный для него способ. Это может быть на почту, это может быть почтой, может быть, он придет, лично заберет у нас все офисы, оборудованные такими почтовыми ящиками, где можно оставлять корреспонденцию для нас, где можно забирать нашу корреспонденцию. Ну, я бы этого не рекомендовала делать, все-таки эти ящики все находятся на улицах, бывает информация личного характера, поэтому все-таки я бы рекомендовала это делать почтой, либо на электронную почту, либо все-таки по телефону нам звонить и получать все эти необходимые консультации. Если вот промониторить и проанализировать все те обращения, которые были даже до карантина, с какими больше проблемами люди обращаются к вам? Это социальные вопросы, касаются пенсий, это семейные споры, это алименты, это жилищные споры. Это наши бытовые споры, с которыми сталкиваются наши люди чаще всего. Сейчас мы, ну, перед введением карантина, конечно, были все ориентированы на земельную реформу, потому что очень много людей живут в сельской местности, имеют участки, паи, мы готовили, готова у нас программа правопросветительская, что делать со своим паем, какие вы имеете права и так далее. Но сегодня она немножко отложена. Все наши мероприятия, к сожалению, тоже правопросветительские закрыты в связи с такой небезопасной ситуацией карантина. Есть ли у вас какая-то, возможно, статистика, какая категория граждан больше обращается и через какие, может быть, средства связи они узнают о существовании того, что у нас есть все-таки в Одесской области, в Украине, оказание бесплатной правовой помощи? Ну, мы принимаем порядка 50 тысяч людей в год. У нас, в принципе, достаточно большой уже клиентский, там какие-то у нас совершенно уже миллионы по всей Украине обращений. Конечно же, это в основном социально необеспеченная категория людей, которая не может себе позволить получить платную консультацию. Я всегда говорю о том, чтобы, в принципе, если вы даже можете себе позволить найти адвоката, не нужно его искать по интернету, ходить к соседям, спрашивать по знакомым, если так у вас это принято делать. Вы просто можете зайти в наш центр, любой офис, и получить качественную консультацию. Адвокатскую деятельность вы предоставляете бесплатную или это только Конечно. Консультирование? Несомненно. Это наша так называемая бесплатная вторичная правовая помощь. Здесь уже есть определенная субъектность. Да, здесь нужно получать определенный доход, не больше 4 тысяч лишних гривен. Там, да. Здесь нужно, есть категории людей с инвалидностью и так далее. Достаточно большая субъектность. Вот здесь уже предоставляется адвокат, либо штатный юрист. Адвокату гонорар платит государство, а штатный юрист находится у нас на заработной плате. Для клиента она абсолютно бесплатна. Для государства нет. Ее называют бесплатной, но она совсем не бесплатная для нашего государства. Имеет ли значение правонарушение? Ну, вот для оказания бесплатной. Либо вы помогаете бесплатно всем. Что касается криминального процесса,
То есть если вас задержали, если вам вручают подозрение, если вы находитесь в обвинительном процессе в суде, вы в любом случае имеете право на адвоката. Здесь никакая субъектность не подтверждает. Вам достаточно заявить ходатайство следователю, прокурору, судье о том, что у вас нет денег, и вам нужен адвокат. И существует уже на протяжении 7 лет порядок, да, куча нормативных документов, когда нам звонят. У нас есть адвокаты, которые работают по контракту. Центр работает круглые сутки. Вот как раз этот центр не уходит ни на какой карантин. Они работают круглые сутки, принимают звонки и назначают адвокатов. Потому что криминальный процесс — это самый жесткий процесс. Да? Здесь человека нельзя ограничивать каким-то субъектностью. Да? Поэтому в данном случае государство очень ответственно к этому подошло, и мы здесь нет категории. Давайте напомним еще раз номер телефона для бесплатной правовой помощи. Это 0800 213 103. Обращайтесь, потому что все ребята работают на карантине, и все готовы вам помочь для того, чтобы вы не чувствовали никаких неудобств, связанные как раз с такой самоизоляцией, скажем так. Может быть, есть еще вопросы, которые хотелось бы осветить, помимо... я так понимаю, что есть еще телеграм-канал? Телеграм-канал есть, но я думаю, вы понимаете, мы сейчас говорим о нашей категории, и они редко пользуются телеграм-каналами. Почему? Поэтому здесь у нас очень много... Мы достаточно современная система, много диджитала всяческого, да. Но я бы хотела сегодня как раз донести для наших категорий пенсионеров, которые должны находиться дома, я абсолютно в этом уверена, да, какой способ они могут. Это звоните нам на горячую линию. У нас очень большой колл-центр, если там, в принципе, несложно дозвониться. 0800 213-103. Запомните этот номер телефона. Я бы хотела попросить, чтобы наши режиссеры вот уже выведены на экран номер телефона, по которому вы можете обращаться и консультироваться бесплатно по всем вопросам, в том числе и связанных с коронавирусом. И, наверное, давайте обратимся к нашим жителям Одесской области, да, и к нашему взрослому поколению. Мы всегда шутили в Одессе о том, что да, мама, я в шапке, я поел, и сегодня пришло время как раз позаботиться о наших родителях, о мамах и о папах, у кого есть. И звоните чаще родителям, узнавайте, где они, для того, чтобы они максимально больше оставались дома, были здоровы, и несмотря на то, что мы на расстоянии, мы все рядом и близки, и готовы помочь каждому жителю Одесской области, кто оказался в трудной ситуации. А через несколько минут у нас будет эфир 7-го телеканала, продолжит и мировые новости. Затем моя коллега Светлана Пензова как раз расскажет об антикризисном работе штаба по коронавирусу и о том, какие уже сегодня закупки есть в Одессе, какая гуманитарная помощь пришла этой ночью в Одессу. А вы будьте здоровы, мойте руки и оставайтесь дома. Всего доброго.